Вернуть долги он решил фальшивками. В Сосновском районе за изготовление поддельных купюр задержан мужчина. Житель региона задолжал соседке 15 тысяч рублей. Как сообщает пресс-служба прокуратуры, с помощью копировальной техники он отпечатал 3 пятитысячные банкноты. Женщина заподозрила подделку и обратилась в милицию. После разговора по душам с милиционерами молодой человек во всем сознался. Сейчас он находится под подпиской о невыезде. Ему грозит до 8 лет лишения свободы. Материалы дела уже направлены на рассмотрение в суд.